Приветствую зрители СК2 ТВ, Кибергейм и Твич. Желаю всем доброй ночи. И давайте продолжим наш стрим. Так, этот стрим будет немного менее зловещий, так как я наконец нашел свою лампу. Правда, не знаю, по-моему, у меня видок еще тот. Поэтому... в общем, ладно. Смотрите сами. Так. Секундочку, я чатик немного подправлю. Так вот. Все. Пора начинать. Да, еще вебку забыл включить. В этот раз вы можете меня немного получше увидеть. Так, я все-таки нашел лампу где-то на балконе. Ну что ж, поехали дальше. Все понял. Так, глава вторая. Конечно, я могу продолжить. Да, конечно, могу продолжить. Конечно, посмотрим ступенек второй главе. Куда мы денемся? Скорее бы с этим расправиться. Я ненавижу быть дежурным по тренажерам, что... Все это из-за глупой ученицы. Почему парни и старосты не могут позаботиться о черновой работе? Черт, Кишимура. По-моему, она Кишимура ненавидит все-таки. Самое тяжелое, что я когда-либо поднимал, это палочки для еды. А он надеется, что я смогу убрать этого тренажерного коня, что? Это конь, что ли? Ладно, неважно. Наоми-те-са... Такой симпатичный видок, Наоми. Ну да. Ну не было. Похоже, Наоми не подозревает, что лучше к ней не поворачиваться спиной. Осири на катачи. У тебя потрясающая фигура. Анта на фуга чизок ты кавайи жан. Что? Твоя куда симпатичней. Атаси ну ва ахиру митай де даме да йо. Почему я пухлая как утка? Боже мой, Наоми. Наоми ноа анзан гата тэ итте. Не знаю, кто переводил это, но она ничего подобного не говорила. Шоурай раку ни таксан кодому умеру камо тэ катачи нан да ё. Это значит, что когда ты станешь взрослой, тебе не будет никаких трудностей при родах. Боже мой, они уже заглядывают так далеко. Тебе тоже привет. Как видишь, я решил включить все-таки свет. Хоть немного. Надеюсь, освещение более-менее нормальное. Честно говоря, это приятно слушать. Похоже, у тебя действительно уже появились материнские чувства. О чем это они? Неудивительно, что ты хорошо ладишь с детьми. О боже! Сатоши, беги! Без лампы тоже норм было. Окей, но я лампу могу выключить, на самом деле. Просто я... Меня вообще не видно. Так.
Однажды я, надеюсь, проснулся с четырьмя своими ребятишками. Не повезет ее парню. Кажется, кому-то парню сильно повезет. Ну, в кавычках, естественно. Тебе тоже привет. Весь экран в пыли. Кира, развлекай меня, пока делаю. Боже, ребят. О! Юка, наконец-то. Это ведь голос Накишима. Она кричала. Что же мне делать? Я не могу позволить, чтобы с моими учениками что-то случилось. Нет, нервом. Конечно, не так все. Айоми? Что-то ей нехорошо. Так, я немного лампу себе отверну, а то она меня слепит. Так. Шинозаки-сан, пожалуйста, успокойся. Но вы тоже слышали ее голос снаружи. В смысле, с какой школе? Это и есть школа? Похоже, не гипервентиляция. Ну, девочка перекричала, видимо. Хотелось бы дать ей бумажный пакет для восстановления дыхания, но... К сожалению, мы в пролете. Нужно поторопиться и восстановить ее дыхание, иначе она потеряет сознание. Шум из коридора. Вероятно, не чей-то крик. Ведь я уверен, что он звучит, он должен звучать иначе. Может быть, это от ветхого здания? О, ребят, я первый раз вижу кричащее здание на самом деле. Нужно проверить. Я пойду, пойду осмотрюсь, и, возможно, я смогу понять, что же это было. Вы двое, остайте здесь, понятно? Учитель, подождите, не оставляйте нас. Сенсей, я присмотрю за Шинозаки. Конечно, хорошо. Оставлять парня и девушку на грани обморока. Или лучше я пойду осмотрюсь. А вы останетесь здесь. Ни в коем случае. Я должен убедиться, что там безопасно. А вы должны оставаться здесь. Ладно. Будьте осторожны. Мне кажется, что у девочки припадок начался. Рассчитываю на тебя. Я скоро вернусь. Хорошо. Ну что, пошли, я за учеников поиграю. Действительно страшно. Дрожь не проходит. Я не могу разобраться, что происходит. Голова идет кругом. Я ничего не понимаю. Мое сердце ужасно болит, словно оно заледенело. Я не могу избавиться от головокружения и приступа тошноты. Но стоит мне только представить, что с моим учениками может что-то произойти. Я чувствую, как меня наполняет вновь обретенная энергия, которая позволит мне играть роль уравновешенного взрослого. Окей.
Куда ты пошла? Дай мне засейвиться, пожалуйста. Так, я хочу засейвиться для начала. Сейва тут нету. А сейчас с ним поговорим. Юй-сенсей, я надеюсь, это уши остальными все нормально? Да, они в порядке. Я уверен, ничего, что у нас в каком-то развальном здании, крики, ну, это торба. Так, еще раз поговорим. Так, понятно. У нас какие-то предметы остались, нет? Я же какое-то ведро брал. Ой, какой... Какой сейф и выйти? Ребят, не надо так делать. Так, туда не пройти. Проход загорожен, понятно. Та же самая локация. Походу. Где-то я помню сейф был здесь. Сейф был вот там. О, ведро. Три ведра, странная застывшая жидкость желтого цвета. Я не стану прикасаться. О, что-то нашли. Там что-то есть. На полу среди обломков слабо пункт свечения поблескивает какой-то кристалл. Взять его? Давайте возьмем. Аметист. Что? Сакино, я похиме. Я думаю, что это на самом деле был чей-то крик. Нанка мицкетано. Вы что-то нашли? Да, видимо, это какой-то вид кристалла. Похоже на рубин или... Нет, наверное, это аметист. Разве ты разбираешься в ценных камнях? Я, бетуни. Не совсем. С этим вопросом лучше всего бы обращаться к Шинозаки. Правда? Ну, тогда, наверное, мне его лучше отдать ей. Слушайте, я чувствую, что этот комитист здесь не просто так. Не хочу 2 часа диалоги смотреть, если зафейлюсь. Так, отдать или оставить себе? Отдать, оставить себе. Отдадим. Я думаю, сейчас не самое лучшее время для этого. Но на всякий случай возьми его. Возможно, этот кристалл поможет ей успокоиться. Это может быть неплохой идеей. Отлично. Вы отдали аметист. Давайте посмотрим, что скажет нам Шинозаки по этому поводу. Может, она успокоилась уже? Ты не успокоилась, что ли? Юзинце. Я не знаю, для чего аметист был нужен. Но девчонка так и не успокоилась. Так, для начала. Читаем. Те, кто здесь останется, он вот от голода. Нейрон, я, кстати, даже не помню, как стал. Я вспомнила, что Мона сейчас один. Бедный ребенок, должен быть, проголодался. Так, понятно. Я попасть не могу. И здесь все перекрыто. Но у меня выбора 2. Либо класс, либо наверх. Давайте сходим наверх для начала. Вот это. Отлично. Так. Тут предмет. Ключ. Написано ключ 3. Взять его. Так, давайте берем. Какая-то таблица. Учителям разрешено подниматься на 3-й этаж. Окей. Понятно.
Так, теперь у меня появился ключ. Ключ, скорее всего, отсюда. А, стоп, это класс 2А. Класс 3А, значит, этот. Дверь теперь открыта. Нет, я сюда не пойду. Как-то мне здесь не очень, на самом деле. Давайте пойдем туда. Нашел? Ну, в принципе, да, это вторая глава. Так, давайте сюда зайдем. Не знаю, давайте по партам пошастаем, потом что-то найдем. Точно ничего не нашли. Газета Тензин. Главные новости. Серийное похищение вернулись убийством. За последний месяц в городе пропало без вести несколько детей. Власти бросили все силы на расследование. И теперь следователи наконец установили местохождение пропавших детей. Результаты оказались плачевными. Тела пропавших детей были обнаружены в здании начальной школы Тензин 18 сентября 1973 года, около 7 часов вечера. В дальнейшем выяснилось, что вместе с ними был обнаружен невменяемый живой учитель, державший кровавые ножницы в своих руках. У каждого трупа был удален язык и нанесены увечья настолько жестокими. Я даже не знаю, что это такое, но, видимо, это строки, которые... После этого запись обрывается. Я не могу найти вторую часть газеты. Понятно. Я уверен, что я уже слышал эту историю. Ну, я помню, что это была газета вчера. Открылась? Что? Я дайте сюда скажу. Черный волос. Если не смотреться, то можно заметить огромное количество быстро ползающих чеков. Насекомых. Жуткое зрелище. Окей. Тут ничего нет. Дверь открылась просто. То есть нам явно не сюда. Остается только одно место. Класс. Который мы открыли. Ребят, на кибергейме вы тоже пишите. Я читаю чатик, если что. Так. Что? Я, сенсей. Эй, сенсей, а почему же вы одна? Возник призрак и называет ее сенсей? Стоп. Что за чушь? Оставили своих учеников в классе 1А и сбежали от них? Я услышала крик своей ученицы, поэтому отправилась на ее поиски. Понятно. Но, к сожалению, вы не сможете ее найти. В этой школе множество параллельных миров. Это не единственное альтернативное пространство. Иначе говоря, вы находитесь в одной школе, но в разных измерениях. Синяя, да, я уже понял, что синяя добрая. Это означает, что вы никогда не встретитесь. Но если кто-то из вас умрет, то дух может спокойно перемещаться между измерениями. Или, возможно, вы найдете другие способы перемещения, как это делают они. Считайте, что я вас предупредил. Если вам удастся найти точное место, откуда она кричала, ее там не будет. Ни вы, ни она. Ничего не сможете с этим сделать. Но я ведь слышал ее. Действительно, я чувствую, что недавно сюда попало несколько детей. И, судя по всему, это и есть ваши ученики. Но, как я уже говорил, пространство и течение времени здесь отличаются от привычного вам. Вы говорили, что слышали крик. Он мог прозвучать несколько минут назад. Или, к примеру, это произошло в другом измерении много часов назад. Не исключено, что это эхо из будущего. Понимаете? Подобные явления происходят довольно часто. Разные миры иногда могут иметь небольшое влияние друг на друга. Это все не имеет значения. Я не могу проигнорировать этот мучительный крик. Уйди с дороги. Мне кажется, или она даже не задумывалась, то, что дух говорит про параллельные измерения и... В общем, все как-то довольно странно и запутано. И я, кажется, понимаю, где мы сейчас выйдем.
Все полки почему-то заполнены острыми предметами. Кухонные ножи, хирургические инструменты, зубила. С таким большим скоплением металлических предметов этот шкаф должен быть очень тяжелый. Уйди с дороги. Так, как ты смеешь так со мной разговаривать? Землетрясение? Вот чёрт! Кёши на те, ёронака на ичбан шиньё декинай икимору да! Чёрт! Самое подлое и мерзкое персона во всем мире — это учителя. Вы ни о ком не думаете, кроме себя. Вы совсем не беспокоитесь о своих учениках, даже когда они попадают в беду. Вы трясетесь в том, что можете понести ответственность. Зачем ты стояла... Зачем она стояла при землетрясении рядом с ящиком, который заполнен ножами? Отсутствие логики просто на лицо. Вы все одинаковые. Все до последнего. Я больше не собираюсь терпеть их. Это он сделал? Вы не хотите вмешаться, даже когда знаете, что вашему ученику требуется помощь. Ведь так легко просто махнуть рукой на проблемных детей, которых рано или поздно отчислят. Вы даже не пытаетесь им хоть чем-то помочь. Я никогда не встречал учителей, заботящихся о учениках. Ни разу. Ты... не прав. Всем твоим ученикам суждено умереть от голода. В этом богом, забытом месте. Если, конечно, они не совершат суицид.